Всем привет! Сегодня мы будем с вами говорить о семенах, вернее, о том, в чем лучше проращивать семена на рассаду. Ведь как мы с вами это делаем? Берем специальные стаканчики для рассады, либо вот такие многоразовые, либо вот такие одноразовые, хотя, правда, тоже их можно несколько раз использовать, но это уже не так удобно. Затем нам приходится покупать огромные неподъемные мешки с землей, рассыпать эту землю по всем вот этим вот стаканчикам и потом уже высаживать семена, помещать сюда семена для того, чтобы они проросли на рассаду. Ну и, естественно, поливать. Смотрите, у нас получается занимает очень много места, ведь емкости здесь немного. Вот этих стаканчиков. Вот здесь конкретно их 18 штук. Места занимают очень много. Соответственно, уходит очень много земли. Ну и, соответственно, очень много воды для того, чтобы все это поливать. А еще каждый такой стаканчик приходится маркировать вручную. Наклеивать сюда бумажечку, все подписывать. Либо вставлять в каждую палочку, где мы расписываем, какой сорт у нас где посажен. Это тоже отнимает очень много сил и времени. Но, к счастью, прогресс у нас не стоит на месте. И вот совсем недавно появилось новое уникальное приспособление для проращивания семян. Итак, встречайте новый суперсовременный технологичный коврик для проращивания рассады, семян на рассаду. Смотрите, он занимает намного меньше места. Ячеек для рассады, для семян у нас намного больше. При таких небольших габаритах здесь мы можем с вами прорастить 256 семян. 16 ячеек так и 16 ячеек так. 256 семян. Давайте сравним. Вот столько места занимает 18 ячеек. А здесь 256. Разница налицо. Кроме того, ячейки у нас небольшие, а следовательно, нам не нужно таскать сюда мешки с землей. Нам достаточно будет принести всего маленький стаканчик земли, и его хватит на все 256 ячеек. Но это еще не все. Дело в том, что каждая ячейка обладает функцией автоматической высадки рассады прямо в грядку. Смотрите, как это работает. Помещаем сюда семена, то у нас семена тыковки. И когда они у нас прорастают, мы просто берем снизу, делаем так, чпок. И вы видели? Не успели заметить? Давайте я вам еще раз покажу. Хопс. И она у нас улетела прямо в грядку. Хопс. Ну, в моем случае, правда, это не грядка, это маленький стаканчик, но смотрите, и она не просто улетела, но уже даже успела прорасти. Эта сторона, она для энергичных людей, у которых очень хорошая реакция. Если, к сожалению, вы не относитесь к этой категории людей, то для вас существует другая сторона. Эта сторона у нас уже для обыкновенных людей, немного заторможенных, ну, вроде меня. Здесь все намного проще, когда мы нажимаем снизу, то наша рассада, она никуда не улетает, ее можно будет просто взять уже и аккуратненько рукой пересадить в нужное нам место, в тепличке, там, в парничке, ну, либо просто высадить в грядку. То есть вот эта одна сторона, он двухсторонний, да? Одна сторона у нас для медлительных людей, заторможенных, а вот эта сторона у нас для энергичных людей. И если вот эта сторона для медлительных у нас подразумевает ручную пересадку, то вот эта сторона у нас с автоматической пересадкой рассады прямо в грядку. Вот такое вот замечательное устройство. А, я еще забыл сказать, что сюда-то нужно не только меньше земли, но, соответственно, меньше воды для того, чтобы поливать. Ну, согласитесь, что проще? Полить вот такой объем земли, либо вот такой. На этот объем земли мы потратим меньше земли, меньше воды, ну и меньше, соответственно, времени и наших с вами сил и усилий.
А если вдруг вам кажется, что в этих ячейках очень мало земли поместится, ну, вдруг вам надо больше, например, под пальму, то есть новая версия с большими ячейками, куда поместится больше земли. Правда, тут будет отсутствовать функция автопосадки, но зато сохраняется ручная. И их всегда можно прикупить несколько штук, ну и форма в виде сердечка всегда будет радовать ваш глаз. Вот такое вот замечательное устройство. Ищите в магазинах вашего города. И вот здесь кроется еще один плюс. Потому что, если такие ячейки нужно искать только в специализированных магазинах для цветоводов, для дачников, то вот эти устройства продаются в любом детском мире. То есть практически на каждом шагу. Также можно купить и через интернет. И пересылка вот этого устройства будет стоить намного дешевле, чем вот такого устройства. Потому что оно занимает меньше места, легче. И не боится, что наша почта при пересылке его как-то помынет. Видите, мы можем его скрутить. Очень удобно, кстати, хранить. Мы можем его скрутить таким образом, таким образом, таким образом. Оно совершенно не ломается, не страдает. Если же мы попробуем свернуть вот эту штуковину, ну, оно у нас сломается и не будет уже пригодно к использованию. Спонсор этого выпуска «Новичок». Пользуйтесь только хорошим. Да, хотим. Тут не нужно подписывать каждую ячейку, ведь мы высаживаем не по одному семечку каждого сорта, правильно? И поэтому она сделана разноцветная. Нам не нужно подписывать каждую ячеечку, достаточно просто запомнить, какой цвет какому сорту соответствует. Ну, на этом точно все. Новичок всегда новичок. Всем пока, до новых встреч. Увидимся. Подписываемся на канал, ставим лайки и не забывайте про мой телеграм-канал. Там информации намного больше. Всем пока.